у нас такой первый опыт проведения мастер-класса по эндоскопической хирургии полости носа, околоносовых пазух и основания черепа однодневным курсом. Почему выбрали такой формат? Потому что, ну, предотпускной период, и достаточно сложно сейчас найти время для того, чтобы поехать поучиться. Формат такой выполнен за счет чего? За счет сокращения лекционного материала. Потому что лекции можно услышать, увидеть где угодно, а получить именно практически манипуляционные мануальные навыки, да, можно не везде. И мы нашей командой приняли решение сделать именно так. Благодарны очень организаторам этого мероприятия и, собственно, руководителям междисциплинарного центра инновационных технологий при 67-й больнице. Очень серьезная площадка высокого класса. Действительно приятно здесь находиться, приятно трудиться, отличная визуализация, прекрасные условия. Будем надеяться, что будем продолжать сотрудничать. Однодневный курс все-таки он обусловлен тем, что мы с основанием черепа фактически не работаем. И на самом деле есть запросов, крайне много запросов именно на вот такие вот базовые курсы для докторов, которые вот только начинают, и даже те, кто оперирует, в принципе, но вот они пока ограничиваются работой только на околоносовых пазухах. И плюс мы, конечно, даем те самые главные аспекты. Вот Алексей Владимирович лекция была по осложнениям, которая, собственно говоря, предостерегает наших докторов от проблем. Ну и на диссекции, соответственно, показывают крупные сосуды, как с ними работать и, соответственно, работать с ургентными ситуациями. Поэтому в отношении площадки, конечно, полностью согласен. Мы, да, сократили лекционный материал, но при этом мы постарались в этом лекционном материале показать то, что нашим курсантам, по нашему мнению, действительно необходимо знать. Часть лекции мы попытаемся в рамках диссекции, то есть в рамках показательной диссекции, продублировать. А лекционный материал, он был ограничен какими-то особенностями послеоперационного периода, то есть осложнениями, которые могут быть, это расширенными там доступами к верхнечелюстной пазухе и планирование операции на лобной пазухе. По нашему мнению, это вот тот материал, который должен был быть в лекционном. А большую часть времени всего курса, естественно, на диссекцию, то есть мануальные навыки отрабатывать, это все-таки первостепенная задача наших курсов. Впервые в стране вижу такого уровня центр междисциплинарный для проведения диссекционных каких-то вот мероприятий. Это прям очень крутой центр, и мы, я надеюсь, сюда вернемся еще и не раз. По критериям отбора курсантов, участников этого мероприятия обучающего, хотелось бы два слова сказать про вот эти самые критерии. Их не было. Суть в том, что курс базовый, и сюда пришли специалисты, в том числе и те, которые там впервые взяли эндоскоп. География очень большая, но единственное наше пожелание для участников было таковым, чтобы не так давно, мы, ну, около года назад, выпустили атлас эндоскопической анатомии, хирургии, то есть там перечислены, приведены все оперативные вмешательства в процессе диссекции с комментариями, самое главное, там порядка 5 часов операций, диссекций, чтобы каждый курсант посмотрел этот атлас, чтобы изучил, чтобы подготовил вопросы, потому что все эти манипуляции, оперативные вмешательства, они повторяются на диссекции. И сейчас вот каждый курсант подходит, спрашивает, мы поясняем, корректируем навыки, корректируем знания, отвечаем на вопросы, и курс становится более таким, знаете, быстрым, динамичным и продуктивным. Потому что абсолютно точно, как Аркадий Николаевич заметил, весь лекционный материал мы все равно транслируем и отражаем во время диссекции. Поэтому спасибо всем, кто приехал, рады всех видеть. Обязательно будем работать и в таком формате тоже. Потому что творческий процесс, трудовой процесс, который здесь вот представлен на этой площадке, нам он очень понравился, правда? Да. И он очень понравился. Я думаю, что самое главное, открывает перспективы для проведения таких же однодневных курсов именно для продвинутой хирургии, потому что многим уже базовые курсы не нужны. И это вот еще один момент. Да, это тоже есть возможность задуматься. Соответственно, тоже этот прекурс, можно сказать, этот атлас эндоскопический, он очень-очень сильно помогает в плане экономии времени. Да, и надо обязательно сказать, что он бесплатен. Конечно. То есть это наш подарок нашему отоларингологическому сообществу России. Поэтому нам будет только приятно, и мы будем рады, если вы будете в своей практике пользоваться нашими материалами и обращаться к нам с вопросами или пожеланиями, что что-то сделано не так.
только с благодарностью.